Наше вітання, шановні друзі. Сьогодні у нас особливий привід вітати вас і себе зі святом зустрічі у прямому ефірі, бо до нас завітали ті, хто з одного боку давно вже тут не були, а все ж таки колись були, і тоді і сьогодні ми вважали і вважаємо їх справжніми героями. І йдеться про такий, привід зустрічі. Він пов'язаний з кітобійним промислом і з тим, що Одеса була фактично столицею цього промисла, хоча в Чорному морі начебто китів і не було. Давайте для того, щоб познайомитись з тим, хто зібрався, і налаштуватися якось на цю дивовижну, цю екзотичну хвилю, давайте зазирнемо у рік 56-7, коли от те, що зараз ви побачите і почуєте, було новиною, і одразу ж все закохалися усі одесити, а потім усі співгромадяни нашої країни. Прошу. Отже, сам небагато немало Ісак Дунаєвський тоді отримав таке натхнення від наших героїв кітобою, що створив класичну оперету, і вона досі йде, і досі захоплює разом і серця, і душі. І навіть одна з арій, власне кажучи, просто арія тоски з цієї оперети, вже багато років, п'ятирічок, десятирічок, гімн Одеси, справжній. Офіційний, неофіційний гімн Одеси, куплет і приспів якого ви зараз чули. Ініціатор цієї зустрічі – Валентина Сурніна, журналіст, а в минулому – матрос оцієї флотилії. Її слово. Спасибо. Я, знаєте, що хочу сказати? Начати хочу з того, що після того, як я бросила якорь и навсегда попрощалась с морем и с этой случайной для себя профессией матроса, я работала в редакции газеты «Одесский вестник». Мне очень нелегко было, далась работа в антарктических рейсах. Три рейса я сделала по 9 месяцев. Для меня было все необычно. Об этом я немножко позже расскажу. А начать хочу с того, что однажды в одном из субботних номеров я опубликовала такую маленькую заметку, назвала ее «Женщина в море». Я даже не могла предположить, сколько отзывов я получила на эту заметку. Звонили мне и сами китобои, звонили мне моряки, звонили мне рыбаки и просто одесситы. И они говорили, раньше в нашем городе, который считался, Одесса считалась морской столицей огромной державы, и здесь были и моряки в каждом дворе, или моряки были, или китобои, или рыбаки. А сегодня ЧМП растащили, китобазу сдали на металлолом, все замолкло, и о нас не вспоминают. И они говорят, мы вас очень просим, пишите о нас, пишите о тех событиях, пишите о том нелегком труде морском, который, собственно говоря, совсем не пахнет романтикой. Не дайте забыть нас и вытеснить из памяти одесситов. И вот сегодня
Я очень благодарна и редакции, и Киму Борисовичу за то, что они приняли предложение и поговорить об этом, о китобойном промысле, о китобоях, о непростом труде вдали от родины, многомесячные рейсы. И для того, чтобы не вытеснить из памяти одесситов имена этих героев, вот они здесь присутствует. Юрий Борисович, Юрий Федорович Борщев, Петр Карлюк, Стас Елпатов, Петр, Павел Недолушко. Вот здесь вы позже узнаете их статус. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы напомнить одесситам о том, о тех героических годах, о той программе послевоенной, которая имела колоссальное значение, и чтобы имена наши не вытеснили из памяти одесситов. И еще один музыкальный фрагмент. Да, вот. Штука в том, что Дунаевский, он не нуждается в каких-то рекомендациях, это классик, но ведь есть еще один классик-исполнитель, это Леонид Утесов. Говорить о его связи с Одессой не приходится, что зря время терять. И вот есть песня, которая... В принципе, в общем, она почти забыта, а может и забыта. А вот мы сегодня ее напомним, потому что это песня о китобоях и песня в исполнении самого Леонида Утесова. Это очень... Флотилия снялась с якорей, по ходу ходят наши китобои в просторы антарктических морей. Когда в далеком плавании бывает наша дружная семья, всегда матросу сердце согревает образ твой. Родина моя, и не страшны нам бури, и невзгоды, не страшен нам суровый океан. Немало раз в далекие походы ходил наш китобойный караван. Ну от, може комусь із молоді здається, що це не дуже сучасний темп, ритм і таке інше. А от для нашого покоління щось дороге, близьке, з дитинства. Що сказати? Мене завжди щороку наряджали, якось особливо, і вели в порт на бульвар, тому що приходить китобойна флотилія «Слава». А в нас там не було ні родичів, ні знайомих, але ми одесити, ми мали зустрічати. У нас є кадри, ми їх покажемо. Я тільки скажу, що у нас рівень представництва тут такий. У нас є два заступники капітан-директора, екс-природні, і два справжні китобоя. Ну, гарпуньори. Артилеристи, учасні, так можна сказати. Так? З нами, до речі, виявили таке бажання брати участь в нашій зустрічі. Майбутні наші зірки, майбутні телережисери і журналісти, телеведучі, вони навчаються поки що на якому курсі? На другому, да? От. Але ну, всі ж починали з перших, других курсів. Якщо в них будуть якісь питання, то я вважаю, що ветерани мають відповісти. І на вузлі зв'язку сьогодні з нами Ксенія Жвачкіна. Вона вже впритул підійшла до отримання диплому. Сподіваємося, що вона теж візьме активну участь в цьому. Ми сьогодні надамо слово кому? Хто найстаріший у цьому зібранні? Давайте Юрию Федоровичу Борщеву. Борщеву, Юрий Федорович. Это было главное. Вот он сейчас расскажет, какую цель
промысла этого китобойного? Какая цель была? Она же после войны сразу, когда разруха была, когда дефицит был. Кушать было нечего. Да, и кушать нечего. А медикаменты, а витамины, а парфюмерная промышленность. Это все давали вот киты, китобойный промысел. Юрий Федорович, расскажите, пожалуйста. Вот, действительно, это было в Одессе. 70 лет тому назад одесситы открыли новую страницу в истории Одессы. Это было начало китового промысла в водах Антарктики. Сегодня стоит вспомнить людей необычной профессии, мужественных одесситов и неодесситов, которые связали свою судьбу с походами на край света в Антарктику. А началась эта история с получения немецкой базы «Викинг» из числа трофейных кораблей, доставшихся странам-победительницам, и в 1945 году «Викинг» был переоборудован под китобазу и получил новое имя «Слава». 26 сентября 1946 года был поднят флаг на базе «Слава», а 22 ноября 1946 года «Слава» вышла из Ливерпуля в Антарктику, порт приписки судна и флотилии «Одесса». А вот китобойцы, суда, которые входили во флотилию, это что, тоже трофейные? Нет. Но, значит, первых 4 судна были построены за границей, были построены, они вышли в первый рейс вместе со «Славой», а в дальнейшем пополнялся флот паровыми судами, уже и потом в дальнейшем дизельными, новой конструкции или новой серии китобойными судами, уже постройки нашей отечественной, украинской, сделаны были они на Николаевской верфи на заводе имени Носенко. А Станислав Юлплатов был заместителем капитан-директора по вопросам с собой добычи, да? По промыслу. Два слова об этом. Ну, я уже пришел на флотилию, конечно, когда было две флотилии. В 61-м году это была флотилия «Слава» с 15 китобойцами и с 15 новейшими китобойцами, значит, была флотилия Советской Украины, которая заступила в 1959 году, вышла в первый рейс. Осенью. В 61-м году это его был третий рейс. На флотилию в то время, значит, генеральным директором обоих флотилий был Соляник Алексей Николаевич. Он участвует на флотилии с первого рейса. Правда, первый рейс он делал заместителем капитан-директора. Капитан-директором был Воронин, известный полярник, полярный капитан. И промыслом занимался Соляник. И на второй рейс уже, значит, в Москве их вызвал к себе министр рыбного хозяйства, сказал, что надо увеличивать добычу. Значит, добычу. То, что вы добыли, очень ценно, потому что за время войны уничтожено столько поголовья скота, что страна буквально нуждается в жирах. Самое главное сейчас у нас наполнить страну жиром. И вот Соляник взял на себя руководство и уже... Дело в том, что ведущие специалисты в то время были все норвежцы. И на китобойных судах все гарпунеры и их помощники, и даже повар был норвежский. На китобазе все главные специалисты в жирзаводе и в мукомольном цехе были тоже норвежцы. Они не спешили, так сказать, нас накормить ни жиром, ни мукой. Мука тогда была нужна для того, чтобы кормить скот. Мука выпускалась трех сортов. Первая это была мясная, вторая
жирная, и третья костяная. Костная. Костная мука. Значит, костная мука шла на птицефабрики, а мукой остальной была очень хорошая добавка на свинофермы и на крупный рогатый скот. А если брать одесских садоводов, то они употребляли эту муку любого сорта для подкормки своих садов, и это приносило очень хорошие результаты. В общем, для фруктовых деревьев тоже очень хорошо они плодоносили после этого. Ну, вот вся флотилия работала на то, чтобы вы вернулись с добычей. Но главной фигурой на китобойце, наверное, Горбунер. Он же должен еще выстрелить и попасть. Да. А в Штормягу это не так просто. Может быть, дадим слово китобойцу? Сейчас, Ким Борисович, я хочу сказать, знаете, вот мне кажется, что... Смотрите, много было механиков, мотористы, обслуживающий персонал, библиотекари, переводчики, потом это штурмана, все. Но результат зависел именно от людей этой профессии, от гарпунера. Могла работать вся флотилия, хорошо механизм работает, двигатели все заводятся. И это. Но если нет успеха вот от этой профессии, от людей, от их мастерства, от их выдержки, от их героизма, в полном смысле этого слова, потому что условия были, конечно, экстремальные. И я считаю, что эту профессию можно сравнить с космонавтом. Вы понимаете, можно обеспечить полет ракеты, но если неквалифицированный космонавт, то успеха не будет. Я и не вот... преувеличил, наверное, можно сравнивать вас с артиллеристами, да. Вы же стреляете из пушки. Это тот же выстрел, в общем-то, да? Ну, вот пусть Павел расскажет. Так, так Павел. И называется артиллерист ближнего боя. Так и называется, да? Да? Артиллерист ближнего боя. Павел, расскажите, пожалуйста, как приходилось вам в условиях обледенения и штормов? Да, ну, здесь, в общем-то, рассказали, как вот начиналось все это. Вот тоже эти все... Были гарпунеры, те, которые вот приходили только с начала рейса, они были все, ну, наши были дальневосточные. А первые, которые пришли, они были норвежские. Ну, и через год, год один прошел только, уже наши показали, ну, они прятались постоянно. Они не показывали нам свою работу там. В общем, опыт перенять практически было невозможно. Ну, а наши, соответственно, присматривались, как там уже, как это все делается. Буквально на следующий рейс уже... Уже все наши, даже на третий рейс уже были наши трехмесячные курсы даже подготовки наших гарпунеров, и уже начали пробовать уже это самое. И буквально третий рейс уже вышли, уже там было где-то убито 100 китов, и уже на четвертый, пятый рейс там уже выше это все было, и по это самое... Этот весь опыт переняли и буквально всех тех оттеснили норвежцев и остались наши работать. И вот работали все уже, наращивали там. Ну, первые еще гарпунеры, которые были только, они у нас работали на Дальнем Востоке, на Алеут там работал, вот с Алеута там наши приходили. Вот кто там был флотилия первый? Алеут. Прокопенко. Я не знаю, о чем речь. Первая, да. Флотилия называлась Алеут. Алеут, да. Алеут. И вот это где-то 28 апреля уже 47 года трудофронт был, и гарпунер был первый Прокопенко. А Прокопенко уже вот был оттуда же с этих самых, с этого трудофронта. Китобоец был еще, авангард был Панов и Зардва. Петр Андреевич тоже такой же, он впоследствии у нас был и этим самым нашим как бы уже учеником, которого уже мы... После старых этих уже своих этих товарищей уже было, ну, в общем, так, ну, до самого последнего момента уже это все... Прошу прощения, узел связи, прошу слово. Что, вопрос? Ваш фах китобоя, тобто ті, хто б'ють китів, це дуже важкий фах та не позбавлений ризику. Скажіть, а не було вам жаль тих китів? Ну, дело в том, что время такое в то время было. У нас ну, проблемы были с, ну, со всеми этими самыми, с продуктами. Там, со всеми. А киты это во всяком случае. Здесь же не все киты были только это не пищевые.
А были и пищевые все. Ну, многие там одни кашалоты, которые были, они как бы технические, там жир там весь был. Был. А остальное, ну, да. Юрий Федорович может простите, рассказать. Простите, Юрий Федорович, что... расскажите о квотах и что и о научной группе, что мы не бездумно вот так вот занимались Стремляю, этим. Да? Да. Вопрос справедливый, вопрос правильный, вопрос своевременный. Так вот, чтобы предварить в дальнейшем вот так, вопросы такого рода, я хочу вам привести такой пример, что в 1962 году в водах Антарктики единовременно работала 21 флотилия. И из этих 21 флотилии, советских флотилий, было только 4. Вот и судите сами, что значит, в уменьшении популяции китов, естественно, постарались все хорошо. Вот японцы, норвежцы, голландцы, англичане. И перекладывать вину как основной, а это самое, на, только на советских китобоев, как основная причина, это самое, их работы вроде бы уменьшила популяцию китов, это было бы совершенно неверно. Кстати, вы назвали сейчас как раз те страны, которые более всего пострадали во время мировой войны, и у них были больше всего проблемы с питанием. По-видимому, это связано еще с решением попытки решить вот эти проблемы. Японцы тоже были разгромлены и должны были что-то кушать. Ну, безусловно. Англичане были разгромлены. Я хочу еще несколько вернуться к вопросу, извините, Аким Борисович, но дело в том, что китовый промысел, особенно в последнее время, он велся не просто так. Вот кто там пришел в Антарктику, захотел себе и стреляет там китов, так? Значит, все регулировалось международной китобойной комиссии. Международная китобойная комиссия разбила всю акваторию вокруг Антарктиды на секторы. И только она разрешала в определенное время добывать определенное количество китов в одном из секторов. Сектора менялись. То есть количество добываемых китов регулировалось не нами, а регулировалось международной китобойной комиссии. И выдавалась поэтому, квота. Перед рейсом выдавалась квота. Мы работали по квоте, мы работали под наблюдением международных наблюдателей. Кроме того, на флотилии работала научная группа. Работали научные сотрудники-биологи, которые постоянно отслеживали популяции китов. Вот. И такие уважаемые люди, как Юхов, Михалевич, они, было дело, было, отмечали некоторые моменты, которые касались нарушения с нашей стороны, нарушения квоты, так, но они эти нарушения не решали проблемы уменьшения популяции китов. Давайте вернемся к героизму все-таки этого труда. Да, я хочу, чтобы Петр рассказал об условиях. Когда смотришь старые кадры, ну, слава, флотилия, Советский Украина, все-таки база были очень крупные суда. Вероятно, им мало что угрожало, да? А когда смотришь, как во время штурма, он почти зарылся носом, китобоец, он чуть ли не ниже уровня моря. А на носу стоит гарпунер. Вас что, привязывали, что ли? Ничего никто не привязывал. Петр, расскажите об условиях вот работы. А как вы оверкиль делали? Начнем с того, что я пришел вообще, я один из молодых, я практически ученик Павла Григорьевича. В 71 году я сделал свой первый рейс. Мне было 18 лет. И так 17 рейсов я сходил в Антарктику. Начал от матроса второго класса. Потом 9 лет марсовым матросом у Павла Григорьевича. Помощником гарпунера. Боцманом. И уже потом стал гарпунером. Вот. Конечно, работа увлекательная. Во-первых, азартная. Это охота. Трудная. Утром вышел в 4 часа утра или в 5, и до вечера на мостике лицо обгорало, все такое, от пороховых газов, от ветра, от мороза. И приходилось по-разному. И шторма, и
ураганы. Обледенение какое было. Ой, обледенение. Вот это... простите, в армию приходит боец в артиллерию. Его учат сначала чертежам этой пушки, схеме, потом, значит, они ее трогают пальцы, и все, пока он из нее выстрелит. Как вас учили обращаться с этим орудием? Вы знаете, своего первого кита я убил, когда был марсовым матросом. Павел Григорьевич ушел на обед. В бочке сидит? Нет, да. Павел Григорьевич ушел на обед, а мы шли сдавать китов на базу. И тут выходит кит. Я его бах и убил. Вот, добыл его. Добыл. Вот с тех моментов как-то на меня обратили внимание, и я уже потом стал... Что, любой мог подойти к пушке? Нет. Нет, друг. Ну, он же был. Да, любого каждого нельзя было поставить. У нас очень много было вот ребят, такие, которые даже мастера спорта были по стрельбе там всевозможные. Ну, для того, чтобы вот это все... Во-первых, во-первых, это не прямая, только вот китобоец на воде, это уже... Тем более, сам китобоец, критический крен 75 градусов. Это вот почти это самое. В этот и не обязательно. Надо в любой момент, там крен, там не крен, там тебя волна, не волна. Если кит выходит, ты охотишься, ты должен его в любом положении как-то достать, если он в течение на выстрел тебе подходит. И потом, вы знаете, ведь в артиллерии расчет, там все-таки разделен труд. А кто у вас был заряжающий, кто был подносчик? Помощник гарпунера заряжал заряды, заряжал гильзу с марсовым матросом. Это пороховой заряд. Это обязанность. Да, пороховой заряд. Это пороховой, боевое орудие, фактически. Пороховой заряд 225 грамм пороха. Случаи, когда гарпунер промахивался, были? Ну, и сколько хочешь, это было. Конечно, было. Да. Потому что это охота. Вот а как любая охота. Мы били? А? С какого расстояния оптимально? До 100 метров. Ну, до 100 метров это убойная сила. А так гарпун летит до 300 метров. Так, при выстреле. А так вот у нас, допустим, веревка, набираешь там этот линь, этот самый, который такой рабочий, это 40 миллиметров получается этот, и стреляешь, вот, ну, рассчитываешь, до 100 метров ты можешь попасть. Ну, 100 метров это уже когда на тихой воде, где-то там между льдами, там, а работали мы в основном только во между льдами. Во льдах, короче, вряд ли, в Антарктике. Мы... Светло. В Антарктике было лето. Да. Светло, получается, круглые сутки. Вот до 4, утром 4 часа мы уже мы поднимаемся. Пару уже фотографий все. Принесли показать. А давайте их посмотрим, может быть, самое время. Попросим Леонида, вот он, режиссер наш, дает батюк. Да, вот это 52-й китобоец и 43-й. К сдаче китов приготовились на базу сдавать китов. Так, еще другие. Вот айсберг, охота видите? Во льдах. Это айсберг. Вот, гарпунер готовится стрелять. А это погода помощники, хорошая, да. Шторм, во льдах погода, море всегда хорошее. Ну, нет шторма такого. Поэтому приходилось залезать во льды и работать во льдах. Ну, зыб-то все равно идет. Вот там, выстрел. Вот выстрел гарпунеров, снимок с китобойца. Ну, это на такой воде. А вот это не на штормовой воде. А в основном то штормовое. Если в льды не залазим, значит... Это... Кроме того, мы же последние годы стреляли мелких китов. Самые малые киты, минке. Которые... Минке. Это малые полосатики. 9,9 тонны. 10 тонн самая большая. Да, самая большая. А как вас награждали за ваш героизм? Полагались ордена, медали или нет? Ну, у Павла Григорьевича там их предостаточно. Вот я вам скажу такую вещь. Значит, в третьем рейсе, когда не было уже норвежцев на судах, то гарпунерам была дана такая задача. По 100 китов, чтобы добыл каждый гарпунер за рейс. И все 6 гарпунеров, которые добыли китов 100 и больше, были удостоены звания Героя социалистического труда. И кроме того, значит, Соляник. Капитан-директор. Капитан-директор, ему тоже дали Героя социалистического труда. Я работал на Горьковском автозаводе еще до учебы в Одессе, там 100 тысяч работников.
И за все время работы, понимаете, это они делали правительственные заказы. И танки выпускали, потом вот эти «Победы» машины пошли после войны, и зимы. И все равно был все один герой соцтруда. А как высоко ценила страна вот усилия этих людей. Героические. Да, потому что страна нуждалась. Девушка задала вопрос. Не жалко ли? Да, жалко. Ну, а не жалко вам ребятишек малых, которые без рыбьего жира вырастали рахитами? В то время. Понимаете? А от рыбы, мы тогда ловили и рыбы мало, и скота не было. И жир вообще-то был и комбинжир, и маргарин, везде это китовый жир шел. А рыбий жир... В детском саду в каждом давали по ложке каждому ребенку рыбьего жира, китовый. Между прочим, это было большое несчастье. Нас заставляли его есть, да. И сопротивлялись. Витамин D. Но когда в 55 лет я впервые пришел к зубному, он сказал, а это потому, что мы рыбий жир ели в детстве. Да, и чтобы наши дети выросли больше, чем родители их. И они действительно стали акселератами. А вот есть здесь издание, они с пустыми руками пришли к нам, наши гости. Валентина, несколько слов о том, что здесь перед тобой. Ну, это такой интересный труд, значит, от Гески, Китобой и Моряки. Здесь о многих людях написано. Здесь история китобойного промысла, начиная от флотилии Алеут, потом Слава, потом Советская Украина. Здесь о людях интересных. И вот Советская Украина, покажите, пожалуйста, Ким Борисович, вот какой интересный снимок, красивенько только показываете. Это было побольше Славы, да? Да, база. Конечно, да. Конечно. Но там конечно. Тоже была довольно здоровенная машина. Ну вот смотрите, какой интересный снимок. Вот это была китобаза главная. 65 метров длиной. И 55 тысяч тонн водоизмещения. Да, ну это никому не. И пока вы приходили в Одессу, завод уже изготовлял продукцию, да, на борту? Да. И здесь это было самое главное, были мощные рефрижераторные установки. Если раньше все мясо шло на муку, теперь мясо морозилось, и мясо поступало в наши гастрономы. Правда, наши хозяйки ее не оценили. И потом с нами уже ходил рефрижератор японский. И в Японии китовое мясо ценится выше, чем любое другое. Да. Вот пришел к нам на базу японец-инспектор, чтобы наблюдать, как мы ловим китов. А на их базах были наши инспектора, которые наблюдали, как они соблюдают квоту. Два человека. Так, два человека. Да. Значит, Накагава-сан, я задал ему вопрос. Накагава, скажите, пожалуйста, что вам приготовить на обед? Что вы любите? Какое мясо? Он говорит, ну, лучше всего я люблю сейвала. Я говорю, да я не про китятину говорю, а вот что из курятины может быть свинина, может говядина или там... Баранина. Любое другое. Он говорит, нет, если говорить о том, что лучше всего, то лучше всего сейвал хвостовая часть. Она у нас называется оникой и стоит в 25 раз дороже говядины. Кстати говоря, я у международного наблюдателя, с которым меня попросили заниматься русским языком, я ему тоже задавала много вопросов и спросила, сколько у вас стоит килограмм китового мяса? Он сказал, что килограмм китового мяса, вот как вам понятнее рассказать, стоит столько же, сколько стоит пара очень красивых модных туфель. Ну вот. Килограмм. А газета ведь тоже уникальная, да, я вас смотрю, сейчас она пробежал. Распадается в глазах. Это китобой Украины, но здесь и Валентина Сурнина опубликовала плод своего вдохновения,
А ну, не прочисли нам его, все-таки это стихи. Я сейчас, если коснулась уже творчества, я скажу вот что. Что на Китобазе, вот, на флотилии Советская Украина, было, работало 50 женщин. Но была такая цель, чтобы обслуживающий персонал, прачки, официантки, повара были женщинами, чтобы как-то создавать какой-то комфорт, уют, приближать к какому-то домашней жизни. И женщины, конечно, они и порядок, и культура какая-то была от того, что женщины были на борту. Я работала два рейса матросом-официантом, а один рейс в заводе делали мы консервы. Я хочу сказать вот что. Труд, конечно, очень тяжелый. Условия были, ну, как вот для меня, человека непривычного, ну, гарпунеры, может быть, закаленные, а для меня было очень непривычно. Я там, значит, писала вот стихи, и печатали в этой газете «Китобой Украины». Она печаталась там раз в неделю прямо на борту. Редактор был, и типография была, и печатали там. Еще библиотека была замечательная. Там был у нас оркестр, был, художественная самодеятельность. Ну, одним словом, кинофильмы новые. Коля Шикин. Это уникальный был киномеханик, которого мы помним. Я о нем даже написала очерк. Это был человек, который так любил свою профессию. Он такие фильмы брал, что мы первым экраном все, он где-то доставал, не знаю, как ему удавалось, каждый день в рейсе был новый фильм. Но что я вам хочу сказать. Когда я сошла на берег, то меня просили написать об этом. И говорят, ну ты же была там и вела дневники, все, напиши. Я садилась и писала. Например, это весна. Вот скоро 20 мая. Уже пахнет в воздухе возвращение наше на родину. Вот еще чуть-чуть, вот через месяц мы идем переход из Антарктики через экватор, и вот заходим в Лас-Пальмас, и скоро уже прибытие в Одессу. Я писала один абзац, и дальше меня что-то не пускало. Знаете, настолько вот мне было тяжело, моральный климат, настолько, знаете, это своеобразная жизнь в закрытом обществе, это в закрытом пространстве. Ну, только что, может быть, в армии так же тяжело, или, не знаю, еще в каких-то закрытых таких гарнизонах. На военном флоте. Это очень сложно. Там, знаете, как говорится, в каждом монастыре свой устав. И туда нельзя приходить со своим уставом. Там не принято делиться секретами, не принято рассказывать о своей семье, о своих каких-то там тайнах, не принято даже кому-то читать письмо, которое пришло с родины тебе и так далее. То есть каждый человек вот должен был выживать, ну, сам по себе. Мне было, например, очень трудно. Труд тяжелый. Вот, например, работали последние рейсы, уже начала китобаза, зная, что скоро будет мораторий на охоту на китов, и переходили на рыбоконсервное производство. И работали в условиях экватора, в Юго-Восточной Атлантике. Это было температура забортной воды 40 градусов, температура воздуха до 50 градусов, а флотилия не готова была работать в условиях экватора. В Одесі завжди вважалося, що далеке плавання – це не тільки почесна і престижна справа, але й матеріально вигідна. Скажіть, наскільки це торкалося наших китобоїв? Я думаю, в то время это было выгодно. Но если вы задали такой вопрос, вот я матрос, я привозила из 9-месячного рейса чистыми 3000 рублей. Много это или мало? Ну, по тем временам прилично вообще. Я на этот счет скажу. Да, действительно, мы здесь говорим... А замкапитан директора другую сумму получал. Не в этом дело. Не в этом дело совсем даже. Вы личные впечатления, там все там... Значит, в отношении труда, говорили в отношении труда китобоев, это мужественные люди, и они работали
довольно тяжело. Но вы скажете, что этот героизм не просто так. Вы же еще и зарабатывали, наверное, неплохо. Да, действительно, по тем временам это было неплохо. Но из чего складывался заработок? Вот смотрите, оклад работника флотилии, единица в Черном море. Значит, когда работаем в Антарктике, то это все умножается на 2, применяется коэффициент 2. Так? Кроме этого. За 40-ыми счетами. Кроме этого. Там 1,6 и дальше 2. Так? Значит, дальше. Плюс к этому, за переработку. Рабочий день составлял 12 часов, 12-часовые смены за переработку, за вредность, так, за вредность. И самое главное, поскольку у нас труд был сдельно-премиальный, так, оплата, вернее, вариант оплаты был сдельно-премиальный, самое главное, нужно было очень напряженно трудиться для того, чтобы заработать премию. Нужно было выполнить план не менее чем на 120%. Тогда ты получаешь 40% премии. Вот это все одним словом напряженный, опять же скажем, труд, приводил к тому, что заработная плата была выше, чем соответствующих работников на берегу. Вот из чего. Это не просто так. А вообще существовала такая фраза «Жир родине, аттестат жене». Да, но не все ж хлебом, не о хлебе едином, а все-таки вот лирика, она не была чужда даже в тех сложных условиях. Пусть автор прочтет, уважит нас. Я сейчас скажу, что когда на берегу меня вот просили написать, я 20 лет не могла написать книгу об этом. И вот через 20 лет я издала такую книгу, которая называется «Заметки на полях души». И здесь, значит, в этой книге одна из глав так и называлась «Антарктические дневники». Вот. И здесь я написала о том, И я здесь даже опубликовала несколько стихотворений, которые могу чуть-чуть там начать читать. Пожалуйста. «Я привыкну жить, не любя, стану мужественной и спокойной. Я привыкну быть без тебя, жизнь как будто, начав повторно. Смех дочурки и шорох листьев я привыкну ловить лишь во сне. Город белый, фонтанская пристань будут реже являться мне. Я привыкну к ветрам над волнами, к антарктической тишине, к зыбкой палубе под ногами и к хронической голубизне, к нитке близкого горизонта, к пляске красок здешних мест, к непрестанному плеску за бортом и к созвездию Южный Крест. Постоянно морские словечки буду запросто произносить, а земные мои привычки будет вдаль, зюит-ост, относить. К одиночеству лишь не привыкну среди сотен людей вокруг, к равнодушию и корысти, если просит о помощи друг. Не привыкну, но точно знаю, что за тысячи миль на земле сокрушается сердцем мама по моей беспокойной судьбе. Путь к весне не из песен и радости, лед и небо, надежда и труд. Только б знать, что на северном градусе все, кто нужен, пока еще ждут. И сейчас, на другом полушарии, сквозь чужой океан и мороз, через бури и расстояние, обещаю им твердо, вернусь». Атлантика, 82-й год. Спасибо. И еще одна черно-белая иллюстрация, которая опять-таки настроит нас на ту волну. Это и ревущие 40-е широты, и гладь, так сказать, Мирового океана. Давайте попросим Леонида Бутюка показать нам это. Ставьте кадры. Пьянов! 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 Пьянов!
Снимали профессионально, прилично, правда, это сочетание с тем, что на сцене происходило, оперета, а с другой стороны, ну, какой завод, какая фабрика похвастается, что Исаак Дунаевский сочинил оперету. Это ведь уникальное явление. И что еще реплика? Да, вопрос, что у тебя? Скажите, будь ласка, чому було завершено роботу наших китобоїв? Це Юрій Федорович. Ну, я все же хочу предварительно сказать, что все, с чего начиналось все? Просто начиналась вся работа китобойной флотилии, начиналась в 1946 году под лозунгом «Все для борьбы с разрухой, все для восстановления страны». И дальше вся деятельность флотилии, как предприятия плавучего, большого, солидного, серьезного плавучего предприятия, тоже проходила обязательно под какими-то лозунгами. Например, была в стране принята продовольственная программа для увеличения количества, для улучшения качества. Людей нужно было кормить, продолжать кормить и в последующие годы, и, ну, вплоть до сегодняшнего дня. И вот обязательно, обязательно китобойная флотилия, как предприятие, включалась в выполнение этих программ. Всегда программы выполнялись четко, перевыполнялись, иначе было нельзя возвращаться на родину. Вот. Мало того, каждый рейс был посвящен какому-то вообще серьезному событию не только в стране, а может быть вот на Украине и в Одессе. Вот, к примеру, 38-й промысловый рейс китобоев в Антарктику был посвящен 40-летию со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Флотилия вернулась с этого рейса с достойными показателями, то есть... Этот девиз мы оправдали своим трудом. Вот, 40 лет освобождения. Но наступил момент, когда промысел был прекращен. Но, без плана мы никогда не проходили вообще. Вот да. Не было такого года, чтобы вот за все существование нашей флотилии без плана не возвращались никогда. Всегда был план и перевыполнен, еще все соцобязательства, там вся эта ерунда, все это было выполнено. Расскажите, когда последний? Последние 5 лет флотилия работала на китах Минке. Это были маленькие киты. Почему-то у китобоев сложилось такое мнение, что работа будет неэффективной, так продукции будет выпускаться мало, и вообще ничего не заработаем, поэтому... Но получилось наоборот. Флотилия работала очень хорошо. Очень хорошо. Работала не только, выпуская продукцию на внутренний рынок, но и работала на экспорт с японцами. До 10 тысяч тонн парного мяса и субпродуктов передавалось на японскую базу, которая работала в Антарктике параллельно с нами. Вот. Можно на одну минуточку представить, сколько валюты заработали китобои в то время. И последняя добыча китов была у нас в 1987 году. Опять же, по решению Международной китобойной комиссии китобойный промысел был закрыт. И, тем не менее, давайте все-таки обратим внимание на одну великолепную, прекрасную, приятную вещь. Ну, нет китобойного промысла, ну, решили, что не надо. Но все эти годы, пятилетки, десятилетия, с нами остается великое художественное произведение, спектакль, он уже несколько редакций выдержал. И фильм-спектакль, который вообще систематически повторяют, талантливый очень, который родил Водянова, народного артиста, родил Демского, родил Лялю Иванову и прочих всех. И по сей день все равно эта оперетта воспевает героизм, прежде всего, как раз китобоев. Хотя, конечно, это было в прошлом, и самого китобойного промысла не было. Я благодарен всем, кто сюда пришел. Нам показывают, что мы уже закончили. Давайте простимся со зрителями еще одним репортажем, когда оттуда, с тех широт,
слава и к Советской Украине возвращались на родину. Как встречала их Одесса? Народка, народка, вот царь со мной, со мной.